воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогер України, і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене цікавий гість, він у нас вже був, і слава Богу, він знову в 2020 році до нас прийшов. Це доктор політичних наук Олександр Сємченко. Здравствуйте. Да, вітаю. У вас трохи імідж помінявся, я дивлюся, у вас окуляри, з чим це пов'язано, ви хочете виглядати більш таким... загадковым. Нет, Тарас, тут абсолютно исключительно медицина, хотя, знаете, в комментариях там пишут, причем уже даже снял целое видео о болезни. То есть эта болезнь называется кератоконус, достаточно серьезная болезнь, по которой я делаю операцию. Но люди продолжают писать, я вот как бы сниму так с закрытыми глазами, да, продемонстрирую, что отсутствие там каких-то следов контакта с кем-то. То есть это просто медицина. Как бы сначала доктор сказал, поноси месяц. После того, как прошел обследование через месяц после операции, он говорит, ну, поноси до следующего обследования. Следующее обследование у меня будет в начале февраля. Ну, вот дальше, что врач скажет. Вообще, период восстановления, который вот мне доктор прописал, там как бы масса ограничений с диетой, с двигательной активностью, год, 12 месяцев. То есть, может быть, очки придется 12 месяцев. Хотя некоторые говорят, ты, когда тебе скажет врач, можно снимать, по крайней мере, в роликах, по крайней мере, в выступлениях на телевидении, не снимай, потому что это уже у тебя фишечка какая-то. Ну, вот я, до тебя речи, уже, хотел сказать, что... На тебя уже стали реагировать, да, так, на тебя уже стали реагировать по очкам. То есть, но на самом деле, изначально, это исключительно медицина. И на самом деле, вот... Я изначально очень комплексовал с этими очками, когда ты идешь по улице, говорят, ты маскируешься, как я маскируюсь. Все идут без очков, а я один в очках, как прыщ на заднице. То есть, либо как придурок, либо, ну, вот, либо просто ну, медицинские... Либо медицинские показания. Ну, вот, ну, вот у вас будут, как будут софиты, холодный белый свет, это как раз то, против чего направлены те очки. Плюс свет естественный, то есть против ультрафиолета. Ну, врач дал такие рекомендации, а я хочу видеть, ну, не то чтобы нормально, но хотя бы лучше, чем я видел до этого в очках. Ну, если будет все же бажання залишати окуляри, то пропоную жовті. Ну, в них світло завжди, воно, весь світ він цікавіше виглядає. А окуляри хочете не носити заради того, щоб краще бачити. І в випадку, якщо вдруг буде наближатися Мосійчук, то можно было вы знаете, я очки атаковать. На, очки, ношу с, очки ношу с 15 лет. Это крайне неудобно. То есть вот любой человек, который носит очки, он понимает, что это неудобно. То есть вот где-то там что-то происходит, не связанное с Мосийчуком, а все равно неудобно. Ну, то есть гораздо удобнее, вот, полноценнее, что ли, себя чувствуешь, когда без очков. Но контактные линзы тоже... Трошечки не те. Олександр, я хотів би зробити наступне. Я хотів би зробити вам тестування. Ви, будь ласка, не ображайтесь. Для чого я це роблю? Для того, щоб коли я переглядаю інші якісь телеканали і там приходять експерти, то у мене виникає сумнів, чи це насправді експерт-експерт, чи це просто людина, яка там проходила мимо, як то кажуть, і зайшла. От. Від того, якщо ви не проти, Не против. Знаете, у меня как-то был вот в программе еще, когда меня приглашали на другие украинские каналы, на телеканале Ньюсан, я встречался с Цибулько, он позиционирует себя как политолог, я посмотрел, никакого образования связано с политологией, я ему задал простой вопрос, предмет и метод политологии как наука, ну это первая лекция по введению в политологию, то есть студенты как бы об этом знают. На что мне Цибулько ответил, что он политологией занимался еще до моего рождения, я потом посмотрел, на 14 год, лет меня старше, то есть получается вступил в комсомол, занялся политологией, поэтому ну давайте как бы продемонстрируем, протестируем компетентность, либо некомпетентность. Если будет некомпетентность, я разворачиваюсь, снимаю петличку, ухожу. Потому что смысл дальше... Вы так наперед не кажите. И, до речи, если пан Цибулько нас переглядает, то он может разом с нами проходить этот тест исторический, связанный с Украиной. Давайте так, вы готовы до этого опитування? Я первое питание. Наверное. С какого места в 1934 году столица УРСР Харьков. Была... Ну, столица ОСР, с 18 по 34 год, ну, Харьков. Просто у меня тут Мариуполь, Харьков, Чернигов, чтобы вы выбрали. А, нет, ну так это же общеизвестный факт, что большевики столицу после того, как бы, взяли второй раз Советскую Украину, они столицу перенесли в Харьков. И потом в 1934 году столицу обратно возвращали в Киев. Угу. Поэтому я вас прервал. Вот 34-й год, столица, все, Украина, ну, как бы, ключевые слова надо. Так, наступне питання. У 1940 році Північна Буковина і область Герца були включені до складу УРСР.
з яких країн ця частина? Это с Румынии. Это Румыния. Кроме я того, знов хотів запитати Угорщина, Чехословаччина, Румыния. Ну, кроме того, как бы еще одна территория перешла в тоже в 40-м году с Румынии. Это, ну, на тот момент она в составе ОСР носила название Акерманская область, а сейчас это Запад Одесская область. И вот, ну, начиная вот там, Днестр вливается в Черное море, и вот по границу. Вот это тоже территория. То есть это Южная Бессарабия. То есть, ну, а румыны... Румыны были союзниками России в Первой мировой войне, ну как союзниками, они были бесполезными союзниками, потому что практически русские войска держали румынский фронт против Австро-Венгрии. Но когда у России случилось несчастье, Румыния неплохо поживилась, захватив Бессарабию. Бессарабия — это современная Молдавия, за исключением Приднестровья. Приднестровье тогда входило в состав ОСР. И вот Южная Бессарабия, Керманская область. А вы политичных наук чи исторических политических, наук? Политических. Я просто на всякий выпадковый хотел политических, ну как бы просто историю увлекался, и когда в школе учился, ну вот у меня в 11 классе было первое место на республике, на Всеукраинской олимпиаде по истории. При якому правителі були анульовані вільності війська Запорізького? Це Петро I, Єлизавета I або Катерина II? Елизавета единственная, кстати, Елизавета Петровна, нет, Екатерина II. Екатерина II, хотя там как бы ситуация вот не столь однозначная, как вы ее зачитали, потому что любые казачества, существовавшие в России, там Яицкое казачество, Уральское казачество, Донское казачество, они имели смысл вот со своими вольностями, потому что в обмен на вольности они выполняли некую повинность, по защите границ государства. Так вот, при Екатерине II был завоеван Крым, и угроза Российской империи со стороны Крыма, крымских татар исчезло. И, по сути, как бы запорожское казачество оказалось внутри страны, оно потеряло смысл в качестве вот защитника. И казаков их переместили туда, где они имели смысл в качестве защитников. Черноморское, а позже кубанское казачье войско. Вот, собственно, и все. То есть забрали воля... Ну, по сути, как бы произошло просто переименование, и вольности ушли вместе с теми людьми, которые продолжали исполнять ту функцию, которая нужна была государству на тот момент. Дякую. У мене таке враження, що я на лекцію попав історичну. В принципі, 100% ну, на всі питання ви правильно відповіли. Ну, зараз скажуть, що ми з вами зарані договорилися. Люди завжди щось додумають і скажуть. В принципі, шановні друзі, я вам кажу, пан Олександр не знав відповіді. Верніше так, він знав відповіді, як він зараз добив, але ми не домовлялися ні про що. У нас зараз початок 2020 року. Хотілося б якісь позитивні новини почути від вас. От що позитивного відбулося в нашій країні? Тому що я, ну, вже, в принципі, нашим телеглядачам казав, я не хочу бути як російський ліберал, якому все не подобається. Від того я зараз шукаю і прагну, і хочу знайти позитивні якісь речі, які у нас відбуваються. От. Ну, із позитивного, що ми з вами дожили до 2020 року. Вот ваш телеканал продолжает выходить в эфир, это тоже позитивно. Ага. Может быть, вы какие-то новости позитивные предложите, потому что мне тоже мои зрители на канале пишут, что слишком много негатива. Ну, дивіться, що я помітив, курс гривні, мені подобається. Мені, як людина, яка отримує можливість заробляти в національній валюті, мені подобається, що гривня у нас зміцнилася. Сподіваюсь, що це надовго буде. Друге, цікавий був виступ пана президента на Новий рік. Третє, те, що ми підписали, скажімо так, на 5 років договір з «Газпромом» на транзит газу. Це теж як позитивно. Що ви б могли ще додати? Ну, давайте я попробую просто не додати, тому що мені дійсно дуже трудно знайти позитивні новини. От реально позитивні. Ви песимістична людина, ну, просто, ні, да? Я скоріше реалістично оцінюю те, що відбувається в ситуації. Тут взяти ту ж ситуацію, яку ви нарисували з гривнею. Це, звісно, здорово, що національна валюта укріплюється. Тільки от ми, як потребителі товарів і услуг на території України, чомусь цього не відчуваємо. Ну, от останній раз я там перед Новим роком прилетів в аеропорт, визвав таксі по Uber'у і там же отражается сразу цена, и там, где стоило 90, стало стоить почему-то 120. Представляете? А курс гривны укрепился на 20%. Хорошо это или плохо? Ну, то есть покупательная способность укрепившейся гривны, она еще меньше, чем покупательная способность гривны не укрепившейся. Может, это показывает, что у нас просто зарплаты зараз збільшуються, мы больше можем себе позволить, и потом, когда мы будем ехать до Европы, то мы... Причем тут мы больше позволить должны не заплатить за один и тот же товар,
а больше позволить себе должны этих товаров и услуг купить. Объем приобретаемых товаров и услуг должен расти. Тогда это рост. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это то, почему гривна укрепляется. И то, чем это отольется, в том числе и вам, и другим там, людям, которые получают доходы в гривны. Это происходит за счет спекуляции. Ну, взять, допустим, реальный экономический показатель, там нам рассказывают про рост ВВП на 3%. Да, если даже взять эти 3% за чистую монету, то укрепление гривны на 20% никак не коррелируется с этим ростом ВВП. А если взять реальный сектор, я напомню, что в ВВП реальный сектор это менее 40%, вот в нашем, в структуре ВВП, вот все ВВП, это 100%, вот в них только 40% реальный сектор. Так вот в реальном секторе промышленность, сельское хозяйство, падение более 7%. За счет чего происходит укрепление гривны? За счет насыщения долларами нашей экономики, за счет того, что эти доллары заводят, спекулятивный капитал, называют это инвестициями, это не инвестиции, это спекулятивный капитал, который заводит в Украину для того, чтобы вложиться в облигации внутреннего государственного займа. Там доходность просто космическая для современного мира, от 15-17% доходность. То есть они заводят, иностранцы и наши воры, которые вывели деньги за рубеж, они заводят сюда доллары, условно, доллары, евро, меняют их на гривну, покупают ОВГЗ под 17%. Это вроде это не инвестиции. И это плохо, потому что есть хотя бы одна сфера, вот за счет чего выплачивается 17%. Где в Украине доходность демонстрируется на уровне 17% в реальном секторе? Куда же эти деньги? Деньги куда-то вкладываются? Должны, по идее, куда-то вкладываться. Если они просто проедаются, то но это уже плохо. Дальше что произойдет, когда эти деньги будут вытаскивать? Резкий рост спроса на иностранную валюту, резкий взрыв курса. На какой отметке он остановится? Ну, можно привести пример той же Российской Федерации, 1998 год, дефолт, который был связан с теми же облигациями внутреннего займа. И на начало этого кризиса, время перед кризисом, курс рубля составлял 6 рублей за доллар, после 22 рубля за доллар, то есть 4 раза рост. У нас, ну вот, 23, вот если в 4 раза так скакнет, то 1 к 100 будет. Поэтому меня это не радует. Что касается речи Владимира Зеленского. Извините, это была не речь главы государства. По моему глубокому убеждению, это была не речь главы государства. Глава государства сразу в первых словах своей речи признал, я, ну как бы это выразиться, это не медицинскими терминами. И медицинскими это звучало, что он импотент, а не медицинскими я затрудняюсь сказать. Потому что он сразу говорит, до меня главы государства рассказывали там, о каких-то успехах, о каких-то достижениях, я об этом говорить не буду. Правильно, ты об этом говорить не будешь, потому что тебе, мил человек, сказать просто не о чем. Він мав на увазі, що він про це буде говорити безпосередньо на протязі року. Просто не о чем говорить. Это отчет главы государства, то есть выступление главы государства, по моему мнению, перед народом, это отчет за то, что он сделал за год. Здесь мы сделали то-то. Потом, как нормальный руководитель, ну вот я как руководитель, то есть работал, конечно, не таким крупным руководителем, как Владимир Зеленский, но когда ты подводишь итоги, а это итоги года, ну у него итоги там меньшего периода, то ты отмечаешь достоинства и недостатки. И, как говорил Каганович, у каждой победы, у каждого поражения, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Можно было бы назвать, что это достижение связано с именем таких-то людей, это поражение связано с именем таких-то людей. Этих наградить, этих наказать. Вот это было бы нормальный отчет главы государства. А не то, что давайте выпьем, давайте там мы такие-то, не такие-то, показывать каких-то фриков непонятных. Для меня Кравчук это предатель и сволочь. Я у себя на канале провел в сообществе опрос. Я понимаю, что это не репрезентативный опрос, но там более 17 тысяч человек отвечали. 90% сказали, что он сволочь и предатель. Так извините, ты показываешь вот Кравчука, ты на него ссылаешься, сволочь и предатель. Гончару. Гуру экономики, который надувает этот пузырь с ОВГЗ, он для меня авторитетом, другие странные люди. Потом, извините, он вспоминает все время про героев, которые гибнут. Ладно, хорошо, герои гибнут, там, но как бы в любом случае плохо, когда люди гибнут. А Аллея Ангелов в Донецке. Неплохо бы вспомнить про Аллею Ангелов, и неплохо бы было бы вспомнить о том, кто убивал этих людей. Посочувствовать, в конце концов, родителям тех детей, которые лежат в земле из-за этого не было.
Поэтому Владимир Зеленский, его выступление, я не считаю его лучшим выступлением. Да, у меня, кстати, на канале два опроса параллельно допустил, и там по 17 тысяч голосов. Кто лучший президент Украины? 55% говорят Янукович, 18%, ну, или что в районе 20% Зеленский, 55% Янукович. И по выступлению 50% говорят, что это наикращий выступ президента Украины за историю Украины. Но это не выступление президента Украины, точно не выступление. Нету подведения итогов. Нету планов на будущее. Извините, чтобы у вас изжоги не было. Отличное. Отличное выступление для президента. Но это может сказать все, кто угодно. Перед нами выступал фронтмен 95-го квартала. Колышний фронтмен. Нет, вот в выступлении, на Новый год это был фронтмен 95-го квартала. То есть если оценивать это выступление с точки зрения, а как вам выступление фронтмена 95-го квартала? Во! Классное выступление, офигенное выступление, супер. Но если оценивать с точки зрения, как вам выступление президента страны? Транзит газа в Украине на 5 років. Ну, смотрите, то, что труба заполняется на технологическом минимуме, ну, то есть, как говорят эксперты, которые в этом разбираются гораздо лучше меня, технологический минимум для украинской трубы, чтобы она нормально более-менее функционировала, это 30 миллиардов кубометров. Это имеется на увазе, чтобы она сама себя окупала? И в принципе работала. То есть все равно, что там это, ну, труба-то тоже имеет какой-то объем. Там, извините, протяженность тысячи километров. И ну, там гигантский объем. То есть они говорят о 30 тысячах. Плюс газотранспортная система Украины, а это же не просто транзит газа там, с востока на запад. Это еще и обеспечение внутреннего перемещения газа из точки А в точку Б и так далее. Потому что где-то в Украине газ есть, где-то нету, а нужен он везде. Так вот, технологический минимум 30 миллиардов. То, что получили 40 миллиардов, это хорошо. Это, ну замечательно. Да, труба продолжает работать. Будет ли она зарабатывать в таких объемах? Ну, не знаю. Мы не знаем стоимость транзита. Там сказали о том, что, ну, украинские представители, в частности Ветренко, говорили о том, что тарифы, и Кончарук об этом говорил, и этот министр Оржель, говорили о том, что тариф на транзит будет устанавливать какая-то европейская структура. Это, кстати, очень нехороший звоночек для Украины. Почему? Потому что какая у нас рентабельность была по трубе, вот когда качали вот в этом году даже, там 87 миллиардов прокачали, то там рентабельность, наверное, была за 50%. Если не больше. В Европе такой прибыльности, такой доходности бизнеса нет. Ну, они считают, 5% это уже ого, сколько у тебя целых 5%. Поэтому вполне возможно, что Европа пока поставит меньший тариф, чем если бы этот тариф устанавливался на двухсторонних переговорах. Но в любом случае, какая-то доходность есть, в конце концов, они меньше должны украдут. Что меня здесь смущает? Ну, то есть, я на секундочку. Тобто, якщо європейці скажуть, що менше тариф має бути, то це якось буде відображатися тільки для ціни на газ для європейців. Конечно. А для нас? А для нас, вы знаете, когда выигрывали этот стокгольмский арбитраж, я напомню, тогда и Порошенко, и Коболев, и Гройсман рассказывали. Вот мы, все дуже поважні, успішні менеджери. Да, которые должны сидеть, но почему-то не сидят. Зеленский. А Коболев еще и сидит в том же кресле, в котором сидел при Порошенко. Так вот, они рассказывали о том, что это отразится в том числе и на тарифах для населения. 3 миллиарда они получили вот сейчас кэшем перед Новым годом. Ну, не кэшем, по безналу, но живыми деньгами. А на нашем тарифе это, извините, никак не отразилось. Ну, вот я по себе скажу, что у меня тариф на газ в декабре был 6 гривен за запятой там 12,96, ну, почти 6 гривен 13 копеек. В январе тариф для меня, вот, да, как потребителя будет по газу, 6 гривен 92 копейки. Но! Ну, вы видите, да, где сегодня? Было 6 гривен 13 копеек, стало 6 гривен 92. Может, ну его там, Тарас, это на секундочку, копеек, это на будем... секундочку. Это вы рассуждаете, как вот этот Савченко был губернатор Одесской области, отбитый совершенно черневский бандюк, как говорили, как писали в СМИ. И когда ему сказали, тарифы же повысили. На сколько повысились тарифы? Ну, вот
было столько, сколько на 1,5 гривны. И ты вот за 1,5 гривны будешь меня. Это же на 1 кубометре. Понимаете? Кто-то 100 кубометров берет, кто-то 200 кубометров берет, кто-то 300 кубометров берет. Это только в месяц. Но это же не все. Это же не все. Они еще что ввели? Что теперь вы будете платить, дорогие украинцы, отдельно за газ и отдельно за транспортировку. И к этому тарифу по 6,90 я получу еще платежечку на руб 60, на гривну 60. Итого будет 8,50. Было 6,13, станет 8,50. Это какой рост тарифов? Более 30%, при том, что у нас есть курсовая разница. То есть тот тариф формировался при курсе гривны 28. Сейчас 23, пускай даже 24. Курсовая разница порядка 20%. Есть? Есть. Кто это учитывает? Никто не учитывает. Может, это игнорирует. Дальше. У нас есть вот эти 3 миллиарда, о которых мы говорили. Мы их получим и где оно? Ну и кроме того, рост. Так, ну так, и может, ці я, еще конъюнктура. Зараз підуть на те, що у людей більше зарплатня буде, і вони не помітять. І ще конъюнктура. Да, у людей, ми навіть знаємо по фамилиям, примерно догадуємося, фамилии этих людей, у которых будет не зарплатня, я бы сказал, а доход, коррупционный доход. Я вот как бы меня эти 3 миллиарда пугают. Ну, а так, конечно, хорошо. То есть, что хорошо? Что сохраняются рабочие места на газотранспортной системе. Что газотранспортная система сама по себе сохраняется. Ну, знаете, это тоже рабочие места на газотранспортной системе. Это ж не хухры-мухры, это ж высокооплачиваемые. Я вот как-то смотрел на Укртрансгазе, это было года 4 назад, вот журналисты достали где-то зарплатную ведомость. Оклад тогда еще, 4 года назад, оклад секретарши, по-моему, был в районе 50 тысяч гривен. Поэтому, если останутся такие высокооплачиваемые рабочие места, то это замечательно. Это хорошо. Я понимаю, такие люди, они могут зарабатывать так, чтобы вони залишалися на цій роботі, а не їхали в Польщу. З преміями там 10 мільйонів. Що ми будемо робити тоді? Ну, будемо, наверное, писати письма з просьбою екстрадувати цього преступника в наше государство. Якщо, звісно, следственные органы, вы знаете, чем следственные органы? Сейчас ехал к вам, слушал там, новости, возбудили уголовные дела против, два уголовных дела против трубы бывшего, теперь уже... У нас все повязано с трубой. Бывшего главы Госбюро расследования. Единственный человек, который посмел крошить батон на Порошенко, да, который возбудил там дела на Порошенко, который пытался их расследовать. Звучали же, да, информация, как только Рябошапка стал генеральным прокурором, стали эти дела гасить, стали гасить тех прокуроров в генеральной прокуратуре, которые эти дела вели, которые способствовали их расследованию. Теперь вот уже по трубе, видите, обраточка. Рассказывал там Зеленский, прийде весна, будемо саджати. Он говорил, да, не перестаю повторять, он говорил Порошенко, как это, я не умею его так пародировать, как некоторые. Но как бы, я не ваш оппонент, я ваш приговор. Да, говорил. Угу. Так оказывается, вот труба, который пытался выполнить обещание Зеленского, теперь вот люди, 100% человек Зеленского, он же говорил, что Рябошапка мой 100% человек, вот 100% человек Зеленского теперь пытается посадить трубу. За то, что он пытался посадить Порошенко. Будем повертаться до реальности, а реальность такова, что 14 січня начинается знов акції, які пов'язані з тим, що люди протестують проти відкриття ринку землі. Коли наступить той час, чудовий час, коли у нас перестануть проводитись різноманітні акції? Коли буде спокій? Що для цього треба зробити? Ну, такого, по ідеї, не повинно пройти абсолютно ніколи. Потому что, во-первых... Тобто ви підтримуєте, що акції треба проводити? Ну, в любом обществе есть люди, которые не удовлетворены уровнем развития общества, направлением развития общества. И, в принципе, они имеют право на это. И, кроме того, ну, власть же, она не абсолютно безгрешна. Где-то даже самая лучшая власть, она все равно имеет определенные недостатки. И хорошо, когда эта власть на недостатки указывает. Другое дело, что вот сейчас мы говорим об акциях протеста против уничтожения народа. Я не говорю государства. Государство давно перечеркнули. Его перечеркнули еще в 2014 году в результате государственного переворота. И с тех пор государство Украина, можно сказать, что не существует. Я дам народу, говорил Зеленский, право решать свою судьбу самостоятельно. И я дам народу накладывать вето там на решение власти. Он говорил о народном вето в том числе.
Мы этого не увидели. Единственное, что можно интерпретировать как некое народовластие, это внесение, проект внесения изменений в Конституцию, в котором народ вписывается в перечень субъектов законодательной инициативы. Субъекты законодательной инициативы – народные депутаты, президент, кабинет министров. Вот вписывают туда народ. При этом не прописывая абсолютно механизма, как народ это свое право на законодательную инициативу реализует. Раз. Ну и второе. В Конституции абсолютно драконовская статья по референдумам по народной инициативе. 3 миллиона подписей нужно собрать для того, чтобы референдум провести по народной инициативе. Для сравнения. Российская Федерация, в население в которой минимум в 4 раза больше, чем в Украине. Это если сравнивать с этими 42 миллионами. Да, там у нас 42 миллиона. Хотя, вот даже если с этим сравнивать, 4 раза. 2 миллиона в Российской Федерации нужно собрать подписи. Если как бы применительно на душу населения, так это получается разница более чем в 10 раз. Уменьшите хотя бы этот показатель дебильный, 3 миллиона, который вносился в Конституцию при Кучме, когда население было почти, более 50 миллионов. Да и тогда, я понимаю, для чего Кучма это вносил, для того, чтобы народ против него варежку не раскрыл и чтобы ничего не сделал. Уберите этот антинародный предохранитель против того, чтобы народ реализовал. Нет, этого нет ничего. Закона о референдуме нет. По земле говорят, давайте референдум. Говорят, да, мы потом референдум проведем. Когда мы примем вот этот закон, на этой неделе, скорее всего, будут они его протаскивать в очередной раз. Причем говорят, что на слух народа, на депутатов от слух народа очень сильно давят из администрации президента, там обещают любые кары небесные. Причем, то, что мне обещания пересказывали, чуть ли не убьют этих депутатов и членов их семей. Ну, по-моему, здесь уже перебор, но может подействовать на депутатов. Почему может подействовать? Потому что они политически неграмотные, неопытные. Они не понимают, где государство может что-то сделать, а где государство не может. И вот это вот сотрясание воздуха они вполне могут воспринять как правду. Потому что многие слуги народа, до них дошло, что землю продавать нельзя. Землю продавать – это плохо. Но они могут пойти на преступление, поддавшись вот этому шантажу и угрозам. И на этой неделе будут протаскивать. Ну, давайте будемо чекати і дивитися, що буде відбуватися. І будемо сподіватися на те, що, в принципі, все вирішиться на користь нашому народові. І останнє запитання, яке я б хотів би вам задати. Давайте представимо на секундочку, на хвилиночку, на годиночку, що ви стали президентом України. 3 речі, які ви в першу чергу зробили би. Ну, на самом деле, этих, как знаете, говорят, первых трех указов, есть вот такая вот стопка. А вы, бумаг, который нужно для нашей но, программы. Но, смотрите, приоритеты – то, что важно, то, что нужно, то, что необходимо. Закрыть границу. Для того, чтобы негодяй, подонки, сволочи, люди, которые подозреваются в совершении преступлений, закрыть границу, свою границу на выезд. Для того, чтобы люди, которые виновны в некоторых преступлениях, коррупционных, некоррупционных, расстрел на Майдане, к примеру, да, в котором обвиняют Януковича, но до сих пор не довели дело до суда, а виновные на самом деле ходят там уважаемыми людьми. Вот закрыть границу, чтобы негодяи не покинули нашу страну. Ну, это важно. То есть, потому что преступление должно быть наказано. Конечно же, то, что украдено у народа, причем не только вот во времена там Зеленского-Порошенко, но и во времена Януковича, во времена там Кучмы, я имею в виду эту грабительскую приватизацию, это то, что осталось, потому что они же воровали и уничтожали, вместо того, чтобы работает завод и работает, делать так, чтобы он дальше работал. В общем, это нужно вернуть в собственность народа. Ну и народовластие, реально народовластие, людям дать возможность контролировать власть. В том числе вот этим механизмом народного вето. Введение механизма народного вето. Люди должны, в конце концов, у нас что написано в Конституции? Джерело влады – народ. Некоторые там депутаты не знают об этом, но в Конституции написано «источник власти – народ». Вот это народное вето – очень неплохой способ контроля, со снижением, конечно же, порога. Вот в той же Швейцарии, знаете, для проведения референдума нужно 100 тысяч подписей. А если вопрос касается вето, то 50 тысяч подписей. Снижен порог, потому что народу нужно... То есть это ведь механизм, который дает возможность выплеснуть протестные настроения. У тебя есть претензии к власти, ты не можешь вот в Украине никаким образом их реализовать. Тебе же рассказывают, ты раз в 5 роки пришел, проголосовал, копи злость до следующих выборов, до следующих выборах ты их не изберешь. Извините, они страну за 5 лет уничтожат. Просто... Дайте, вот если вы говорили там по акциям протеста, вот это как бы может быть такой нормальный протест, когда люди считают, так, власть поступает неправильно. Допустим, любой поступок, там, продажа земли, назначение прокурора там, в какую-нибудь область, еще что-то. Собираем референдум, либо
национальный, либо региональный, местный референдум. Проводим проводим референдум, решаем, так, это неправильно. Все, мы так не поступаем. Это, здесь власть получает по рукам. Значит, знаете, как анекдот есть, да, это вот анекдот, подчеркиваю, анекдот народный. Как в Украине навести порядок? Нужно расстрелять Верховную Раду, избрать новую Верховную Раду и снова расстрелять. И снова избрать Верховную Раду и снова расстрелять. И снова избрать Верховную Раду. И вот только в этой Верховной Раде можно расстреливать всего лишь каждого второго. Это шутка, но в каждой шутке, ну, знаете, шутка, есть доля шутки. И дайте, так, как бы, а это гораздо более гуманный вариант. Провели референдум, если, так, если депутаты... Но это точно анекдот, и, если, и, да, это анекдот. Да, и если депутаты знают, что у них вот такая вот ответственность есть, они 5 лет сидели на кресле, а люди их оценят негативно, и их могут на 5 лет посадить, ну, они же, наверное, будут об этом думать. Ну, если они, конечно, нормальные люди. Некоторые будут думать, так, это касается его, 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 я смогу убежать. А вот для этого первое решение – закрыть границу. Дуже дякую за цю розмову. Як завжди, яскраво, імпульсивно. Сподіваюся з вами знов зустрітися через деякий час. Сподіваюся, що на той час у нас з'являться дійсно такі гарні новини, які навіть ви не зможете зарубати. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. До зустрічі. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.